Ламинат Амата Северянин предназначены для открытого грунта и пленочных укрытий. Куст полуштамбовый, компактный. В кисти созревает по от 5 до 6 плодов. Период от всходов до плодоношения составляет от 92 до 95 дней. Созревание плодов дружное. Плоды округлые, слегка уплощенные, с кожицей красного цвета. Помидоры обладают высокими вкусовыми характеристиками и ярко выраженным ароматом. Для хорошего вызревания, в условиях северо-запада, лучше оставлять на растении не более от 3 до 4 кистей. Сорт универсален в использовании, подходит для приготовления в свежем виде и консервации. Томат северянин – это травянистые высотой от 50 до 60 см с типом роста, детерминантные. Томат северянин имеет сверхранний срок созревания. Плоды имеют массу от 180 до 190 грамм. Форма у плода – плод округлый. Цвет плода красного цвета. В качестве места выращивания прекрасно подходит теплица, открытый грунт. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в всесорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наши видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.